Приветствую вас, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш YouTube-канал, который ведет Юлия Руфлорида и ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс и Денис Бочков. Да. Как в прошлом видео я вам говорила и представляла Дениса, пожалуйста, просмотрите предыдущие видео. Мы с Денисом работаем в одной команде, и чаще всего, не все дома, но очень часто мы смотрим вместе дома для наших дистанционных покупателей, потому что, опять-таки, на нас лежит огромная ответственность. Что-то не заметил один, заметит другой. Поэтому у нас команда. Да, да. Подбираем дома и смотрим со всех сторон, как в эстетическом, так и в техническом плане, чтобы всех все устраивало. Да, друзья, всех приветствую. Рад снова видеть вас сегодня на канале. И сегодня мы хотим показать вам вторую часть нашей программы «Поиск дома для нашего дистанционного покупателя», который не может сюда приехать, чтобы посмотреть и купить дом. Поэтому вся ответственность идет на нас по поводу локации, района, выбора дома, ну а также и все его внешних и внутренних характеристик. Ну, друзья, давайте я тоже расскажу вам про локацию и цифры этого дома. Локация, она буквально та же самая, которая была локация прошлого дома, также находится в Авида. Авида находится 30 минут езды на восток от даунтаун Орландо. Очень-очень семейный город. Здесь много чего можно делать с детьми. Здесь очень много парков, walking trails. В этом комьюнити непосредственно есть комьюнити бассейн, amenities, теннисные корты, детская площадка. Но у дома нет своего собственного бассейна. Так что, кто купит этот дом, может или сделать свой бассейн, поставить там достаточно места, или уже пользоваться бассейном соседства, так сказать. Школы здесь, опять-таки, отличные, все отличные школы, и elementary, и middle, и high. И так как этот дом недалеко находится от прошлого дома, они оба находятся буквально в пешеходной доступности до elementary и middle школы, где-то минут 7 пешком, детки могут на велосипедах ездить в школу по утрам и возвращаться, если не при такой жаре. Если не жара, как сейчас, от которой просто стоишь и уже таешь. Ну что поделать, лето во Флориде такое лето. Ребята, дома очень нам оба понравились, но они совершенно разные. Дом, который мы сейчас вам покажем, 2004 года строения. По крайней мере, это уже нынешний век. По современнее. Цена дома 470 тысяч. Дом 3 спальни, 2 ванных. Тот был 4-2, это 3-2. А квадратура, она приблизительно похожа. Здесь 1537 квадратных фит. В переводе на метраж 143 квадратных метра. Здесь повыше будет фи ассоциации, $116 в месяц. Опять-таки, потому что ассоциация предлагает вам вот это вот общественное... Дополнительный комфорт и удобство. Комфорт, да, удобство с бассейном, теннисные корты, волейбольные площадки, детские площадки. Что я упустила? Дом блочный. Кстати, крыша здесь была поменена 2015 год. Новая достаточно, не старая. Да, она уже посовременнее. Ну, у нее прекрасный вид еще даже так внешне. В том доме 2007 год, да. Я просто напоминаю, мы пытаемся одновременно и с вами общаться и проводить какой-то сравнительный анализ. Да. Оба соседства, оба комьюнити очень аккуратные, очень красивые. Здесь живет очень много детей, семьи с детьми, тем более потому, что вот здесь находятся очень-очень одни из самых лучших школ Орландо. Ну, что я, надеюсь, ничего не упустила сейчас. Давайте уже приступим к обзору дома. Всем уже не терпится посмотреть, что там. Давайте посмотрим и сравним эти два дома. А вы пишите ваши комментарии, какой вам дом больше понравился. Они оба хороши, но оба очень разные. Да. Ну что? Давайте начнем. Пошли. Поехали. Небольшие новые характеристики этого дома. Больше обновлений, дом у нас посвежее. Как вы видите, сразу же здесь у нас такой апгрейд, я бы сказал, хотя он у всех соседей есть одинаковый. То есть у нас подъездная часть выложена брусчаткой. Это красиво, такой более торжественно смотрится вообще у каждого дома. Я вижу, здесь небольшой склон есть. Видимо, что дождь будет все равно здесь как-то собираться, но здесь продумана система. Я вижу, что здесь есть дренаж, которая, видимо, выводит воду туда дальше, в лес, в резервацию. Да, поэтому здесь дренаж продуман хорошо, и это уже классно.
По дому у нас очень хорошо смотрится вообще вся внешняя конструкция, свежепокрашенная, все очень симпатичных, таких все красивых цветов. При входе у нас здесь вот также есть такой здесь лендскейпинг сделан, очень красиво закрывает все это у нас здесь. Тоже приятный ландшафт, да, и газон. И газон, и кусты, и деревья цветущие, прям здорово. Я так думаю, что здесь вообще все цветы, они, смотри, в разные... Они, наверное, в разное время еще все цветут, потому что здесь вот эти зацвели уже. То есть хороший такой красивый, уютный ландскейпинг перед домом. Здесь, в этом доме, что мне нравится, что при входе у нас такая длинная такая коридорная зона. Уже такая здесь создается такая определенная приватность при входе в дом. У этого дома более современное уже оборудование по крыше идет. Мы видим, здесь уже расположены гаттеры. То есть вода будет вся уходить и не сливаться сюда, вот в этот вот угол, сектор, когда начнутся сильные ливни. Наверху также идет гаттеры. У нас хорошего вида софиты. Они такие уже новые, современные. То есть под крышей хорошо идет вентиляция. При входе здесь у нас такой большой арочный проем, тоже создает определенную торжественность. И здесь же у нас такая огромная, высокая, красивая дверь, которая тоже вот уже напоминает дома более современной, свежей постройки. Более современные постройки, да. Высокие двери, да. При входе, смотрите, у нас здесь сразу начинается такая зона. Здесь все у нас уже под плиткой. Плитка у нас идет по всему дому. Дальше она у нас комбинируется с другими вещами, с другими плитками. Здесь у нас зона достаточно большая для прихожей. Здесь место есть и для консоли, например, да. Хорошо тоже располагается люстра. Здесь у нас прекрасное помещение с высоким потолком. Здесь примерно где-то, наверное, 3 с лишним метра, где-то, наверное, 11 фит. Огромное такое пространство для всего, в принципе. Здесь же у нас с этой стороны начинается хозяйственная часть при доме. Здесь у нас вход в гараж. Гараж у нас большой, на 2 машины, много места, хорошо достаточно ухоженный, все красиво, так достаточно прокрашено, тоже оборудовано. Дверь у нас, кстати, имеет противоураганные укрепления, вот они у нас такие, вот эти длинные балки, которые дают более такое сильное сопротивление ветру, когда порывистый ветер начинает раскачивать все, то есть они у нас здесь хорошие. Здесь есть ниша для хранения всяких домашних коробок, вещей, да. Коробок, велосипедов, декорации. Все что угодно, декорации на Новый год. Здесь у нас располагается панель, все электрическое, все достаточно так современно и свежо выглядит. То есть технический осмотр дома даст нам какую-то более конкретику по состоянию этого плана. Здесь у нас располагается очень аккуратно, все четко по проводам, даже вот это вот мне нравится, что закрепили даже провод, то есть, ну вот прям... Сразу видно, что в доме были аккуратные хозяева, техники, которые здесь сделали установку вот этой спринклерной системы поливочной вокруг. И здесь у нас 2 вот этих объемных цилиндра для смягчения воды, а также фильтрации, которая идет ко всему дому. Это тоже очень хорошо. Здесь у нас располагается водонагреватель. Смотр хитрый, мы не поняли, какого он года, мы не смогли найти, но это уже разберется. Дата точно не стоит. Да, даты нет, разберется инспектор. Но самое главное, что он выглядит хорошо, нету ржавых каких-то поверхностей. Выглядит вообще новеньким. Обычно начинают ржаветь снизу, плюс эти вот переходы. И вот эти трубки, которые наверху, если он долго стоит. Здесь хорошо тоже сделано, у нас современным уже трубопровод сделали современный, да, репайпинг был здесь в этом доме, либо тоже даже, когда уже по новой технологии делали PVC-трубы. Идем дальше, смотрим здесь у нас дальше по ходу у нас расположен кондиционер. Кондиционер у нас, получается, находится за отдельной дверью, далеко тоже от всех и комнат жилых, да, и он находится в отдельной секции, все хорошо выглядит. Денис, а где ты увидел, что он 2012 года? Он вот у нас серийный номер есть. Если так дата не стоит, то по серийному номеру вот вторая цифра 2012 год. Скорее всего, это 2012 года. Дополнительно... Тогда получается, знаешь, что интересно, дом был построен в 2004-м, то есть зачем ему было менять его в 2012 году? Кондиционер, может быть, поставили более современный кондиционер. Ну, это я, конечно, спрошу у листинг-агента, который может уточнить у хозяина. По пермитам я не увидела. Я еще раз проверю пермиты. В любом случае, инспектор точно будет знать, какого года кондиционер. Выглядит очень таким новым. Он не смотрится, что он с 4-го года. Да, поэтому он не смотрится 4-го. Точно. Видимо, была какая-то замена его. Может быть, когда дом был новостройкой, здесь поставили какой-нибудь самый обычный кондиционер. И уже потом впоследствии хозяева поставили на что-то более мощное. Здесь у нас лаундри, большая тоже комната. Здесь уже получается. Тоже высокий потолок, много места для хранения. Большие такие здесь машинки поместились, огромные.
Тут у нас, кстати, секьюрити-система висит, то есть можно да, будет подсоединить ADT, дом под систему охраны. Дальше, здесь же у нас при входе, получается, мы можем попасть еще в другие спальни. Да, пройдем сначала в спальни. Да. Кстати, я обратила внимание, что спальни находятся достаточно далеко от хозяйской спальни. В разных сторонах дети, дома приватность полная. Да, приватность полная. Что? Да, родители в одном углу дома, дети или гости в другом. Это очень тоже хорошо. Но как тебе размер комнаты? Размер комнаты хороший. Здесь примерно 4 на 4 метра. Тут можно кровать поставить в любом направлении. Здесь большое окно, а здесь кстати, окна заменены. Обрати внимание, да, это уже современный такой двойной стеклопакет. Не нагревается, кстати, солнце сейчас вот греет вовсю с улицы, а стекло холодное, значит, энергосбережение работает система. Здесь же у нас достаточно огромная, я бы сказал, гардеробная. Она длинная, во всю длину, высокая здесь. Здесь много места для хранения. Это будет хорошая комната и для детей, и для родителей. Также хорошо все покрашено. Приятный цвет стен такой серо-бежевый, белые потолки. Свежие выведенные эти вентиляционные люки. Я здесь тоже здесь... Как и в прошлом доме, я заметила, что нет пыли вокруг вентиляторов, да? И сами решетки, они уже видимо, современные, чистые, сделан. А это прям все новые решетки стоят. И внутри уже там я вижу, что эти каналы более современные. Здесь у нас также эта спальня разделена с другой комнатой, ванной комнатой. Большая достаточно, широкая здесь пространство, такое пространство. Раковина здесь у нас... установлена достаточно такая старенькая, конечно, это поверхность. Она в хорошем состоянии, в хорошем состоянии, но это не да. гранит, просто что это? Поверхность это ламинированная ДСП. ДСП. Да, ну оно не имеет никаких погрешностей от воды, то есть достаточно в хорошем виде еще может также функционировать. Здесь у нас окно тоже заменено. Плитка у нас здесь получается, это старая это плитка. Оригинальная плитка. В хорошем виде. Новая сантехника стоит, современные уже смесители. Нужно держаться, если хорошо выпить вечером, тут чтобы не упасть. Типа для родителей будет, для пожилых хорошо, может, если да, что, это, вставать это, конечно, в ванну. Это хэндикап. Да. Ну и... И для удобства, да, чтобы не соскользнуть в ванну по ванне. Не споткнуться. Вот здесь вот это уже обновлено, смесители. Вот этот я не уверена, но это тоже новый. Он блестит весь, по крайней мере. Вот эти крепежи все чистые. То есть, соответственно, это все не так давно было заменено. Ванна хорошая, плитка у нас здесь такая же. Продолжается как по основной части дома. Дальше у нас опять начинается плитка, как в первой спальне. Полосатая такая. Здесь у нас большая комната с эркерным окном. Здесь у нас уже установлены планшеты Plantation Shutters. Такие хорошие жалюзи. Комнату примерно тоже примерно 3 на 4 метра, достаточно объемная, здесь можно и поставить и кровать, и секцию там, не знаю, с комодами и с прикроватными тумбочками. Хорошая вентиляция, наверху значит, вот этот люстровентилятор новый прям практически висит, мне кажется, это прям. Здесь у нас также идет приточка воздуха, и здесь идет вытяжка воздуха. То есть по всему дому идет хорошая циркуляция воздуха везде, уже по-современному. Денис, да, у меня есть пунктик небольшой. Вот в прошлом доме, когда мы его смотрели, там было 4 спальни, и я думала, что здесь спальни будут больше, потому что в этом доме один похожий размер, скверфутаж, да, метраж, а спальни такие же. Чуть-чуть есть, больше. Знаешь, ты чуть-чуть думаешь, больше спальни. Мне показалось, чуть-чуть больше уверена, спальни, да, может быть. Вот это похоже, вот эта комната, вот та чуть побольше. Та побольше. Плюс мастер еще спальня. Мастер еще мастер посмотрим. И у них получается, скорее всего, больше площадь где-то в жилых помещениях. Это будет, скорее всего, гостиная, столовая, возможно, кухня, да? Давай просмотрим. Даже я думаю, что гардеробная здесь побольше, например. Вот даже вот эта тоже, смотри, она все равно достаточно большая и объемная. Здесь же еще, если рассматривать зону общего пользования, то, конечно, допустим, вот эти коридоры даже больше коридоры здесь. Шире, да? Ванна больше, чем там была. Коридор шире. Здесь вот эта часть тоже намного шире. Еще также здесь... У нас получается laundry room, есть большая комната, то есть пространство, оно перераспределено, и как будто бы четвертую комнату, которую в том доме вложили, распределили для помещений. Также здесь очень широкая секция, получается, вот ты заходишь, здесь сразу же такая объемная зона жилой комнаты,
которая объединена у нас на более больше столовой. Например, здесь можно уже поставить столовой стол. Столовой здесь однозначно больше. Здесь уже можно поставить стол большой, там человек на 10, на 12. Сразу же видно, уже квадратура здесь намного шире. Также хорошо смотрится здесь намного больше окно, например, такое широкое здесь. Поэтому вот она и вся эта квадратура здесь распределилась немножко по-другому. Что классно, здесь у нас высокий потолок. Здоровский потолок. Это tray ceiling, то есть двухступенчатый. Двухъярусный потолок. Дополнительный объем. Он так потолок высокий. Еще вот эта вот выемка, получается, углубляет вот этот вентилятор. Он вообще так очень высоко стоит. И дальше то, что хорошо здесь все вместе, также объединено здесь с большой кухней. Здесь кухня вот тоже намного больше. Кухня мне нравится, да. Кухня здесь получается хорошая. Больше секция для стола, для завтрака. Для завтраков, для семьи. Да, большая кухня. Здесь большой такой угол, в принципе, всей этой мебели. Кухня уже современная. Да, здесь у нас такой большой пентри глубокий, это с этими такими вставками деревянными. Здесь можно будет, так вот это у нас не разворачивается, вот это, да? Сюда можно что-то наполнять, ставить какие-то бутылки для специй или еще что-то такое. Дополнительно здесь секция для хранения. Но пентри здесь вообще, в принципе, никакого другого нет, поэтому все нужно будет распределять по вот этим шкафам. Но шкафы высокие, тоже очень такой важный момент. Здесь много можно поставить и посуды, и продуктов. Внизу очень много мест для хранения. Они, кстати, да, эти шкафы уже с доводчиками. Но, опять-таки, современные. Здесь даже у них, видите, да, есть такой уже разделитель для ножей и вилок. Хорошие кварцевые поверхности. Мне нравится, здесь также очень смотрится симпатично вот этот вот фартук уже наклеенный. Очень много розеток. Розетки, кстати, у нас уже здесь по современному стилю системы как раз-таки защиты от замыкания. В мокрых зонах везде вот они уже установлены. Здесь у нас техника более современная. LG посудомойка, также хорошая LG плита, этот холодильник KitchenAid вообще. Холодильник прям классный, он прям такой свеженький, новенький здесь. Очень долго еще будет в пользовании. Там был круче холодильник. Ну, тут KitchenAid, как бы компания получше сама по себе, там, может быть, из-за этого ценник. Помнишь? Нет, там хорошая какая-то фирма, я уже не там помню. Там то ли Samsung, то ли LG был тоже какой-то, по-моему, такой, да? Нет? Ну, Samsung тоже хороший. Ну, неважно, ну, хорошо, да. Там KitchenAid считается как-то такой по грейду чуть выше. Здесь крутая раковина, посмотрите, какая большая, объемная. Здесь секция для мытья, чего угодно. Да. Современный тоже уже идет вывод смесителя здесь. Ну, как-то необычное расположение, правда, получается, раковина у нас в сторону жилой зоны, но зато можно будет поставить там где-нибудь можно телевизор, и смотреть телевизор. Да. Что у нас дальше? И будет это очень весело. По ходу. Получается так, что мы сейчас располагаемся в другом углу дома, и дальше у нас располагается мастер-спальня. Заходим в хозяйскую спальню. Мастер тоже имеет интересное такое расположение. Получается, если дверь открыта, то, в принципе, ну, не открывается пространство внутри спальни. То есть есть какая-то приватность. Угу. Даже находясь здесь сейчас с открытой тоже дверью. Тоже эркерная стена, посмотри, да. Она немножко углублена. А какое огромное окно? Вот это вот просто это такая огромная прям стеклянная поверхность, которая вот жалюзи, если поднять, да? Угу. Какой шикарный вид на бэк-ярд. Просто прям панорамный вид такой, да. И очень красивый. И окна поменены во всем доме. Да, окна здесь шикарные, тоже здесь тоже защиты, тоже, да, окна. С шумо-теплоизоляцией. Полы у нас такая же плитка, большими здесь этими пластами. Отличный потолок, высокий, тоже комната, очень много места. Дает и воздушное пространство, и в ширину, здесь, наверное, где-то 5 на 6 метров, то есть большой объем вообще комнаты. Здесь же у нас располагаются две гардеробные. Вот смотри, здесь две достаточно большие гардеробные, да. Там была одна. Такая walking closet, да, глубокая большая секция, здесь для него, для нее отдельные прям такие получаются комнаты. Да. Здесь двери отдельно, так это все закрывается. И дальше мы идем в ванну. Здесь у нас, кстати, другого вида плитка уже стоит на полу. Здесь большая, такая огромная прям секционная ванна. Две раковины, пожалуйста, по желанию, да, кто любит, чтобы были две раковины. Также здесь эти все ДСП ламинированы, но они в хорошем состоянии. Такое ощущение, что дом вообще очень мало использовался предыдущими владельцами. Да, кстати, у меня создалось такое впечатление. Здесь как будто... А кухонный кабинет, вообще там такое впечатление, что никогда ничего не стояло. Они свежие, может быть, они заменили они точно недавно. Новые. Но вот по вот этим поверхностям, которые не заменены, я смотрю, здесь даже нету никаких таких следов вот
использования. Mm-hmm. Хотя вот оригинальные кабинеты, которые были на кухне. Mm-hmm. То есть вот они с такими вот этими старыми патинами, видимо, mm-hmm. такие же были там шкафы. Теперь же там все такое современное. Ну и что еще классно, еще у нас здесь располагается душевая кабина. Получается, она за отдельной дверью. Душевая кабина большая такая, объемная. Здесь уже сделали новую плитку на стенах. Обновили сантехнику. Также везде уже стоят еще, смотри, вот эти вот держатели, да, на случай того, что для людей с ограниченными там движениями, плюс для пожилых родителей очень здорово, то есть можно держаться везде. И здесь же у нас располагается еще и санузел за отдельной дверью, получается, ну, вместе с душевой, но самое главное, за отдельной дверью. Здесь у нас есть вытяжка и приточка, много света, хорошая большая ванная комната на самом деле. Итак, мы смотрим теперь снова весь дом от входной двери. Друзья, я к вам вернулась. Я вам покажу задний дворик. Как я уже говорила, размер участка 0,13 акра. Это меньше в два раза, можно сказать, чем предыдущий дом. Но он все равно уютный такой, да, дворик есть. Мы сейчас выйдем. Здесь мы зашли тоже брусчаткой. Исполнена веранда, закрытая москитной сеткой. Тоже высокий потолок, объемное пространство. Потолок. Да, здесь можно поставить пару кресел и стол. А здесь у нас еще можно барбекю уже снаружи ставить. Кстати, всегда советую барбекю ставить снаружи, иначе будет коптиться потолок. Кстати, ты знаешь, я еще обратила внимание, у меня такое впечатление, что дом тоже был не так давно свежевыкрашенный. Он не 2004 краска года. Покраска? Да, покраска. Да, но где-то примерно 3-4 года, потому что, судя по стенам, вот есть уже такие подмытые пятна снизу от дождя, то есть это примерно через год-два проявляется после покраски дома. Ну, это не оригинальная краска. Ну, вот такой вот дворик, кстати, здесь есть место для бассейна, и напоминаю, что в самом комьюнити есть... Мы тоже проедем, снимем. Есть клабхаус с бассейном, с теннисными кортами. В принципе, можно пользоваться бассейном, который принадлежит соседству. Что бы ты сделал на этом, в этом дворе? Здесь можно уютно очень. Здесь можно тоже и деревья обыграть. Какие-то подсадить еще, да, и да? поставить хорошую площадку для стола, поставить перголу также уличную. Перголу сделать. Можно здесь поставить, действительно. Да, сделать. Небольшой бассейн поставить, либо для детей поставить какое-то хотя бы временное такое. Можно поставить, продаются, они стоят где-то около, по-моему, 6 тысяч, хаттабы. Такие джакузи, которые ставятся во многих домах, где нет бассейна, просто ставятся на улицу. Ну да, есть. Ну вот такой, да. И у нас, что мне нравится, здесь за этим забором находится... Совершенно дикая природа. Нет соседей, приватность. Кстати, забор тоже, видишь, от соседей все приватно. Да, вот там у соседей вот уже под скрином стоит бассейн. То есть можно также все это установить потом при желании. Да, кстати, вот как раз можно такое же здесь обыграть. Здесь преимущество основное – это вот эта приватность зеленой зоны, лес. Практически у тебя прям джунгли за окном. Здесь, я говорю, наверняка даже и олени приходят, еще какие-нибудь зверюшки. Красиво, уютно, тихо, спокойно. Я не удивлюсь, конечно, енотики точно будут приходить, но они такие милые. Да, комбинированный, кстати, такой лес. У нас тут и пальмы, и сосны, и лиственные деревья. Очень красиво, круглый год у нас тут разная зелень. Ну что ж, друзья, мы с вами попрощаемся. Спасибо большое, что вы нас посмотрели. Мы сейчас будем созваниваться с нашим покупателем, посмотрим, что они выберут, а может быть не выберут, может быть нам придется еще смотреть дома. Но мне, в принципе, вот как тебе, Денис, вот apples and apples сложить, вот я бы сказал, мне оба дома понравились, мне нужно подумать, да мне тоже чем надо выбрать. Подумать. Есть очень большая, конечно, разница, например, тот дом постарше, этот поновее, у того большой участок, бассейн. Здесь комьюнити бассейн, то есть очень много, вроде они очень хорошие, но везде есть минусы и плюсы, и приблизительно одинаковый размер дома, и приблизительно одинаковая цена.
Главное, что можем сказать, что у того и этого дома одинаково приятная аура внутри и да, приятная планировка. Да, да. Здесь, наверное, все зависит еще от ваших потребностей. Да, если вам исключительно нужен бассейн, конечно же, надо идти к тому дому. Если вас особенно не привлекает наличие бассейна на бэк-ярде, тем более большой участок, там надо еще за всем следить, и траву постригать, и обрабатывать от насекомых, иначе это все превратится тоже в дикие джунгли. Там, да, а я говорю, для тех, кому не нужен большой лот, например, небольшая семья с одним или двум ребенком, может быть, один ребенок и мама пожилая или дедушка, здесь идеальное место для всех. По площади, да. Плюс небольшой участок, как раз-таки для тех, кому не нужно ничего лишнего на своем бэк-ярде. И опять же, уже для тех, у кого какое есть желание иметь дом более старой постройки, либо современный. Тут, конечно, 10 лет разница здесь не очень большое значение имеет. Тут самое главное, да, возраст крыши и все остальные коммуникации, которые в доме есть. Кстати, крыша здесь 2015 года, я не помню, говорила или нет. 2015 года, достаточно молодая. Достаточно еще, да. В сравнении с тем домом, там 2007 дома уже достаточно старая крыша. Ребята, я хотела вам напомнить, что в нашей команде есть не только Надя и Денис, у нас в команде есть, Дэвид Эггерс, который занимается ипотекой. Если у вас есть любой вопрос по кредитованию, пожалуйста, обращайтесь к нам, Дэвид вас проконсультирует. Кстати, сейчас появились... Программы очень хорошие, буквально вот недавно они вышли. Программы 0% down payment, ну, под нее нужно квалифицироваться. Для этого вы как раз и связывайтесь с нами, мы вас Дэвид вас проконсультирует и посмотрит, если вы сможете квалифицироваться под эту программу zero down payment. На этом мы прощаемся, пока. Все, всем пока-пока, спасибо за просмотр.